Это что ж такое? Это город Сочи. Дальше там это все будет настроено, выстроено. Дальше Олимпиада кончится. Я хотел бы посмотреть, куда это все дальше пойдет. Кому это все там будет нужно в этом маленьком городе Сочи? Что это будет использоваться? Это принесет какие-то доходы? Ничего подобного. Я боюсь, что потом там на этих местах, где это будут рынки какие-то опять открыты, в общем-то, вот это все будет. Я очень боюсь. Я вижу все, что происходит вокруг Олимпиады в Сочи. Я вижу очень большой элемент такой показухи и, конечно, определенной политики. Когда это все будет построено и все исполнится, низкий поклон тем, кто отдал, как говорится, свои силы на это. Это, ну как, престиж? Олимпиада – это престиж страны. Если все удачно закончится, это будет записано в истории. Вот. Если. Я в этом ничего не понимаю в организационных вопросах, не знаю. Не знаю. Мне кажется, это риск. Риск, но такой благородный. Это как гостей принимать. Вот ты уже вложился, ты уже купил еды, ты уже накрыл стол, ты уже придумал развлечения. И дальше тебе просто надо, чтобы это прошло хорошо, и чтобы гости, расходясь, сказали, а как же было круто, неплохо бы еще раз приехать в Россию. Вот как-то так, мне кажется, к этому вопросу надо подходить. Тем более, что действительно на карте России и в инфраструктуре Сочи появилось огромное количество объектов, которые потом можно будет использовать по различным назначениям. И как спортивные объекты, и как культурные объекты в том числе. Мы большие там, деньги тратим там, ну, на содержание Кремля или каких-то наших музеев. Мы там тратим деньги на там, поддержание какой-нибудь культуры, например, строительство каких-то театров и многих других вещей, на которые можно было бы купить колбасы, сосисок, пиво, все это прожрать благополучно, и у нас не будет никаких там символов, никаких больших событий, ничего на свете. Без каких-либо, знаете, злопыхательских соображений или выражений внутреннего неудовольствия, очень четкое предчувствие, что Олимпиада не будет самой лучшей, самой мощной по достижениям, по качеству для нас. Она пройдет с очень большой кровью, с очень большим надрывом, с очень большими затратами, с очень большой нервной, так сказать, составляющей, нервической составляющей. И никто не поручится за то, какой будет вообще политический эффект, об экономическом я уже не говорю, политический эффект на будущее. Через годы миллионы туристов иностранных в Сочи, они будут вспоминать эту Олимпиаду как одно из больших серьезных событий.